Доброе утро. Вот у нас новый пациент. Ноги теплые. Ну да, сильный ушиб. Все. В результате падения с высоты, которое было вызвано огнестрельным ранением. Все, сейчас мы будем обрабатывать его раны. Поэтому съемка пока ставится на паузу. Это осаед. Да, это птенец. Птенец. Молодой. Есть такая птица. Из ястребиных. Вот его, наверное, тоже посчитали за ястреба. Решили, давайте-ка мы по нему шмальнем. Он ест ос, пчел. Разные разности. Да, мед ест и фрукты, кстати. Давай, все, Сережа, прекращай. Ну вот, перебинтовали. Укоротили кость, которая торчала, раздрывала. Разломана головка кости. Все. Держись. У него ушиб еще таза. Я думаю, очухается. Он упокой. Правильное лечение. И кормежка. Пока вручную будем кормить. Сколько много крови потерял сердечек сегодня. Надо будет купить. Вот так. Тут у нас коллекция соколов мелких. Коллекция мелких соколов. Вот они. Пустельга, копчик. Молодой, да? А там проверить чеглок. Кого нам не хватает для полного? Дербника, но лучше не надо. Да. Тут у пустельги ожог лапы. Вот культя. И сильный ушиб крыла. К сожалению, она недостаточно хорошо летает. Это молодой копчик. Такое впечатление, что он у кого-то жил, потому что он на руку ходит. Достаточно адекватный ребятенок. И там чеглок. У него застарелый перелом крыла. Он, да, по комнате летает. Но недалеко. Природу выпускать нельзя. В любом случае, пока. Будем зимовать. Балкон у нас, как всегда, стационар. А это главная охотница на мелких соколов. Кино про птиц.